несусветная глупость. Моя душа успокоится только вместе с ними. В чем дело? Ты несешь смерть? Обычно нет. Моих друзей нужно убить. Ты мне поможешь? Друзей? Когда пришли Инхерии, мы хотели дать им отпор. И я предложила магию Сейда. Какая глупость. Да уж. Мне повезло погибнуть прежде, чем я успела лишиться разума. Как они? Освободите их. Без них я застряну тут навеки. Отец, мы не можем бросить ее друзей. Фрея была бы против. Значит, мы даруем им смерть. Ну и как же нам туда забраться? Может быть, уберем эти лианы? Лечилось! Жаль, я не застал Ванахейм в лучшие времена. Мы всегда приходим уже на руины. Рунное слово. Мегин! Ого. Думаю, мы пройдем через те врата, братья. Смотри, метки Сейдов. Значит, они рядом. Отец, когда я буду как ты? В смысле? Ну, больше. Когда у меня будут такие же мускулы? Когда ими займешься? Но Бальдер был очень сильный, а мускулов у него не было. Моя сила не проистекает от тела, но и она требует дисциплины. В каком смысле? Дело в том, парень, что сила Бога, она всегда с тобой. А вот если ты хочешь иметь тело Бога, то придется поднимать тяжести и класть их обратно. Жаль, я не узнаю, как тут было до нападения разбойников. Еще метки Сейдер. Друзья того духа должны быть неподалеку. Хорошо, что ты знаешь руны, брат. Смотри, видимо, это те духи Сейдер, о которых говорил дух. Им пора упокоиться. Обойди!
Надо идти дальше. Семейная эмблема Квасира Мудрого. Вот кто умел веселиться на полную. Кажется, это все. Теперь можно сказать тому грустному духу, что ее друзья упокоились. Надеюсь, ей станет легче. Да, так и будет. Мимис, как думаешь, эти жрецы и жрицы обратились бы к магии Седр, если бы Фрея была с ними? Отличный вопрос. Наверное, нет. Надеюсь, она себя не корит. Они сами приняли это решение. Фрея не виновата. Аука. Отлично. Готово. Ну, эти сейдеры обрели покой. Все кончено. Мы освободили твоих друзей. Они обрели мир? Да. Я вам чрезвычайно благодарна. Но обещайте, что передадите Фрейе мои слова. Она не должна корить себя. Мы сами решили обратиться к магии Сейда. Ее вины тут нет. Передадим. Спасибо. Я выполнила свой. Я вот все думаю. А что, если порча Сейдр, с которой мы столкнулись в кратере, пошла отсюда? Ты много думаешь. Что ты хочешь сказать, Мимир? Что магию Сейдр в этот мир принесли последователи Фрей? А почему нет? Ее жрецы и жрицы были очень сильны. Сила не всегда наделяет мудростью.